Ребятушки, всем привет! Сегодня в мультиварке буду готовить овсяночку. Вот такая вот у меня овсяночка есть. Готовить будем одну кружку. Насыпаем кружку. Ого! Кружка пол кофейной банки заняла. Вот, вот столько вот. Значит, смотрите, соотношение овсянки и воды 1:2. То есть две кружки воды я сюда вылью. Раз. И два. Так. Прям до краев наклонил. Так, смотрите, теперь чуть-чуть соли добавлю, совсем чуть-чуть. У меня ложка от этой, от мультиварочки. Я сюда вот так. Наверное, это пол чайной ложки. Все, перемешаем немножко. Так, ну а теперь, собственно, все это помещаем в мультиварку. Закрываем. И главное выбрать режим. Рис, плов, жарко. Молочная каша, подогрев, йогурт. Давайте вот на режиме молочной каши это. Хотя... 30 минут. Жмем старт. Проверим. Ребят, прошло даже больше половины времени. Видите, осталось 12. Так, давайте посмотрим. Так. Запах приятный такой, овсяночки. Так, и я вижу, она немного подгорает. Не знаю, может попробовать воды добавить. Хотя я масла вообще не добавлял. Либо масло надо было добавить. Давайте сейчас добавлю воды немного. Так, пол чашечки набрал воды. Совсем чуть-чуть. Хотя нет, оно... Ну, я бы не сказал, что оно пригорело. Ну, скажем так, прилипло. То есть пригорело это, если бы оно там уже черное все было. А тут оно прилипло. Наверное, да, надо было вот этот вот посудину, особенно днище, смазать маслом. Либо каплю подсолнечного, да, там капнуть немного, порастирать. Ну, ладно, вот так вот будет нормально. Видим, да, предположительно осталось 11 минут. Так, ребятушки, все у нас закончено. Давайте выключим. Открываем. Так, помните, да, я залил воду буквально 10 минут назад. Она, наверное, не успела выкипеть. Это я сделал, судя по всему, зря. Надо было просто помешать. Ну, получилась такая... Добротная каша размазня. Так, вот насыпаю в мисочку себе. Хотя вы знаете, кто болеет гастритами, именно вот кашу такой консистенции и надо есть. Да, вот. Тут ничего у нас не пригорело, просто поприлипало. Очень горячая, но есть можно. В общем, вот такой вот у меня получился рецептик. Но это первый раз я готовил овсяночку в мультиварке, так сказать, проба пера. Дальше, я думаю, у меня все будет намного лучше. В общем, подписывайтесь, лайки. Все дальше будет.